Любителей зимних видов спорта в этом году погода не баловала. Климатическая зима наступила гораздо позднее, чем обычно, но, несмотря на это, в Люберцах открыли ледовый сезон. На стадионе «Торпедо» работает каток. Новогодние праздники люберчане отмечали на свежезалитом натуральном покрытии. С первых дней января фигуристы, хоккеисты и просто любители провести зимний досуг активно собирались на вновь открытом катке. На стадионе «Торпедо» посетителей встречают гостеприимно. С музыкой и горячими напитками. А вот сам лед ждет устойчивых морозов, пока немного подтаивает. По мне видно, что я не умею кататься. Как вам лед? Немножко подтаял. Подтаял, да. Но удобно кататься? Нормально. Для меня удобно. Я бы каждый день ходил, если бы было бы время. А часто вообще выходишь на каток? Ну, стараюсь там, каждую неделю хотя бы. У нас дочка занимается в спортивной школе в Люберцах. Понятно. Часто вообще на каток выходишь? Вот сами нет. С ней часто, регулярно. Желающих насладиться зимними забавами и согнать наеденное за праздники много. Опробовали натуральное ледовое покрытие и профессиональные спортсмены. Лед хороший, но немного мягковат, потому что очень тепло. Поэтому, ну так он очень хороший. Кататься удобно. Занимаюсь профессионально. 5 лет уже. Уже 45 медалей и 13 кубков. Под капризы погоды пришлось подстроиться работникам стадиона. Чтобы лед не растаял, как снежная баба, а люберчане смогли вдоволь насладиться катанием, в этом году покрытие залили по новой технологии. Акватория катка очень большая. Мы залили больше, чем футбольное поле вместе с беговыми дорожками. Площадь катка получилась где-то 12 тысяч квадратных метров. Места хватит всем, как и экипировки. В этом году работники катка подготовили 300 пар коньков. Цена аренды 200 рублей. Здесь же можно заточить лезвие и погреться под куполом большого шатра. Каток на стадионе «Торпедо» открыт для посетителей с 10 утра до 10 вечера. Анна Троян, Андрей Лобанов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.